Приветствую всех подписчиков канала FrontBet. У нас снова Лига Чемпионов, второй день, среда, 11 марта, 23:00, ПСЖ, Ливерпуль, Атлетико Мадрид, ответные матчи. Поехали! Ну что ж, ребятки, а спонсором нашего показа является букмекерская компания MLBet. Самая широкая линия, надежная контора, которая не ворует, как другие, денежки со счетов у вас. Да и у меня был такой случай, когда года три назад, наверное, я не буду озвучивать эту контору, просыпался с утра, у меня по мелочи не хватало суммы. Так вот, это мгновенные выплаты, самая широкая линия, высокие коэффициенты. Ссылочка в закрепленном комментарии, также промокод, воспользуйтесь, специально он для вас, для того, чтобы вы при регистрации его, если введете на первый депозит, вы получите фрибет в размере до 9100 рублей. Ну что ж, ребятки, Лига Чемпионов, какие матчи, это ответные у нас ПСЖ-Боруссия, прошлый раз ПСЖ, если правильно говорить, те, кто пристают к тем, что неправильно озвучиваю. ПСЖ в прошлый раз у нас было у Боруссии в гостях. И они проиграли со счетом 2-1. 2-1 они проиграли. Долго не буду вам рассказывать, но здесь я считаю, что ПСЖ дома пойдет вперед. Пойдет вперед на дополнительное время. Навряд ли они наиграют здесь. ПСЖ будет рвать и метать. Мне кажется, тем более все на месте, все футболисты в отличной форме, настроены. Это не местный чемпионат, это Лига Чемпионов все-таки. Моя ставочка здесь, ребятки, индивидуальный тотал ПСЖ, две ставочки, неплохие коэффициенты. Индивидуальный тотал ПСЖ 1.5 больше за коэффициент 1.42. И индивидуальный тотал ПСЖ, тотал больше 2. Тут уже коэффициент посерьезнее, мы ничем, я думаю, не рискуем, если что, будет возврат. Ну а если нет, то будет коэффициентик 1.74. Что думаешь ты по поводу этого матча, дорогой мой подписчик? Комментируй, пиши свой прогнозик в комментариях. Посмотрим, расходятся ли наши мнения, либо вы солидарны со мной. Оставайтесь с FrontBet.